Здравствуйте, товарищи. Прежде чем приступить к сегодняшней теме, мне нужно развязаться с предыдущей. Комментатор мне пишет, что есть сейчас индустриализация, только она не в России, а где-то там, в Мексике, в Китае. И самое интересное, что, возможно, он прав. Я-то основывался на полевом материале, собранном в Саратовской области. Но дело в том, что все это так и останется аргументами, пока не будет произведена научная работа. Сравнение двух эпох. Той, конец 19-го, начало 20 века. Что производилось, в каких объемах, как, какова динамика и этой эпохи. Это требует, конечно, много труда, много времени, много сил. Но тогда мы смогли бы точно ответить на вопрос, что у нас теперь с индустриализацией. А пока я оставлю в стороне, где-то вдалеке, впереди и вверху, романтических героев большой индустриализации. Возможно, они будут ждать до момента начала колонизации Марса. Оставлю я и героев ненаписанного модернистского романа, а буяне с городских окраин и девушки с огнем, у подстригшейся барби человеки-ниндзя есть некая универсальность и что-то вроде гомологических видов изменчивости архетипов, являемых обществом. Я-то писателем изначально хотел стать, так попал в коммунизм. А вернемся к привычной нам постиндустриальной фазе капитализма с ее развитым сектором производства услуг, когда все стараются друг друга ублажить, и в этом контексте с этой целью возникают странненькие такие герои, вроде Ксюши Собчак и Кончиты Колбасы, а интернет-провайдинг — это чаще услуга, чем модернизация производства. И вот в этом контексте такие персонажи, как сторонники Владимира Владимировича Путина. Сейчас они активизировались в связи с предстоящими президентскими выборами. Я выделяю две формы путинизма. Первую форму я называю романтический путинизм. Это люди, верующие в сказку, наивно, по-детски, верующие в то, что Россия только вперед. Этот вектор лидерства, карьерного роста снизу вверх, а для кого-то сверху вниз — это вертикаль власти, смотря с какой перспективы посмотреть. Верующие в лидера, который мечтает о возрождении великой державы, верующие в честные выборы. Генезис этой формы путинизма понятен. Когда я жил в постсоветском Баку перед приходом к власти Владимира Владимировича, казалось, вот разводили Советский Союз, а вот эта ситуация в Чечне, сейчас еще чуть-чуть Россия следом последует. И тут приходит Владимир Владимирович с его контртеррористической операцией. И даже в 2008 году, побывав на собрании «Единой России» в качестве журналиста, я восторженно писал в журнале: «Тимуровцы возвращаются, вот сейчас вернется партия, вернутся пионеры, все дела, Советский Союз». И на Донбассе у них сочетается вот эта вера в Путина и мечта о красном флаге. Есть другая форма путинизма, я называю истинный путинизм. Сидит какой-нибудь бюрократ, директор предприятия, завода или школы. По разнарядке сверху ему спускают, и он спускает подчиненным разнарядка снизу. Братья крепительные, бросают бюллетени, и те организованы на митинг. Плевал он по большей части и на Владимира Владимировича, и на его фанатов, и на Россию. А может быть, и не плевал, может быть, он обманывает себя и считает патриотом. А может быть, и не обманывает, а что-то пытается делать на рабочем месте, но что считает он, я могу сделать против системы, да что вы понимаете оттуда снизу. Ну, в общем, не Данко в лучшем случае, а в худшем случае, ну, просто шкурник. И что произойдет? Отличают эти две формы путинизма взгляды, одни с романтическими взглядами, другие с циничными. А как сказал кто-то устами адвоката Мейсона Кэпвелла из сериала «Санта-Барбара», циники — это разочаровавшиеся романтики. Но, однако, что может произойти, если романтический путинизм узреет лик истинного путинизма? Вероятно, он начнет борьбу против своего в прошлом кумира. Я не имею в виду, что конкретно Владимир Владимирович был его кумиром, но он был влюблен в эту систему, верил в эту сказку про честные выборы, про Россию, о которой мы говорили на школьных линейках. А Владимир Владимирович — олицетворение этой системы. Вероятно, он станет белолентничником, а потом белолентничком 2.0, навальненком. Он будет готов, у него горячее сердце, рисковать жизнью и свободой порой.
на самом деле некоторые личности могут сочетать романтические и цинические взгляды. Когда он разочаруется в очередной раз в очередном лидере, в очередном Навальном, он, вероятно, станет циником и придет таким образом к истинному путинизму. А это две диалектические стороны одной монеты. Они же плоть от плоти, эти навальнисты, белоленточки, эта система. Они веруют, как бы, путинисты в честные выборы. Они веруют в лидера, который поведет Россию демократическим путем. Они не верят в СССР, они считают это ретроградством. Это разные грани. Истинный путинист, романтический путинист, путинист и навальнист или белоленточек. Разные грани одного целого. И мне нравятся горячие сердца этих юношей и девушек, которые выходят на митинги Навального, белоленточников, и горячие сердца некоторых сторонников Владимира Владимировича Путина. Мне не нравится постмодернистское состояние их ума. И интрига заключается в том, появится ли на сцене модернистский герой, который объяснит людям природу того Левиафана, который сосет из них кровь, душу, но объяснить не в образах, потому что образы у каждого в постиндустриальную фазу капитализма свои. Это и есть постмодернизм. А объяснит фактами и цифрами, вот как я пример с индустриализацией в начале ролика проводил. Появится ли такой герой в этом историческая интрига, в этом воистину шекспировская драма. Будем надеяться на лучшее, будем надеяться на новую индустриализацию. Спасибо за внимание. Битым домам, по седым головам.